Пять человек, в том числе 15-летний подросток, погибли в ДТП в Южно-Казахстанской области. Авария произошла на трассе Ленгер-Екпенде. Как сообщили в ДВД области, молодой человек, 23 лет, управлявший Volkswagen, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с Audi-80. Все находившиеся в автомобиле люди погибли на месте, в том числе жители Толебийского района, супруги и их 15-летний сын. Водителя Volkswagen с тяжелыми травмами доставили в реанимацию районной больницы, где он скончался, приходя в сознание. В данное время по факту возбуждено уголовное дело по статье 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это нарушение правил эксплуатации транспортными средствами. Ведется расследование, назначен ряд экспертиз, по результатам которого будут установлены причины этого ДТП.